Здравствуйте. Сегодня мы с вами в очередной раз обсудим цифры. Ну, вернее, я обсужу, а вы такие посмотрите, такие, серьезно, я и не знал, что там вот столько цифр. То есть будем сидеть как такие вот, знаете, технократы. Вот есть то, есть это, нет вот того, цифр вот столько, доход вот такой и так далее. То есть вот будем реально сидеть, смотреть, что там, как, где, откуда, почему, зачем и вообще на самом деле для чего. Поэтому, если все это интересно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь от канала, ставьте дизлайки, делайте прочие вещи, а мы, в общем-то, давайте, кто мы-то? Давайте я сейчас начну вот уже саму новость обсуждать. Количество скачиваний самп-лаунчера в Google Play превысило 500 тысяч. Ну, это вполне объясним, потому что и Малфой сделал отдельный видеоролик о том, мол, как поиграть в GTA Самп на Android, вообще весь этот на любом абсолютно серваке, то есть там на это указал, там у него много просмотров достаточно, потом я не знаю, чуваки сами по себе могут набирать типа Самп Лаунчер, скачать, сделать все вот это вот прочее, и разумеется будут попадать на весь вот этот вот лаунчер в Google Play. Абсолютно непонятно, как весь этот лаунчер смог попасть в Google Play, видимо, защита там не такая вообще сильная, потому что там же типа пиратская версия игры закачивается вот GTA San Andreas. И разумеется, в одиночку там, насколько я понимаю, поиграть нельзя, но тем не менее сам факт того, что это возможно и это вообще типа, ну, вот так все происходит, ну, это прям какой-то, я не знаю, вот я в шоке прям, вот в максимальном таком, знаете ли, шоке, потому что, ну, как вообще все это происходит, у меня нет ни малейшего понятия того, как все это происходит, почему, зачем, для кого, зачем, как, для кого, почему. И вообще, мне непонятно, что это за человек, который залил весь этот самп-лаунчер, для чего ему-то все это надо, неужели, может быть, это какой-то там вирус, стиллер, майнер, все прочее, однако 500 тысяч человек, они же не могут ошибаться, и у них бы уже по-любому давно что-то украли, хотя 3,5 оценка, вернее, даже 3,6 оценка вот всего этого самп-лаунчера, ну, заставляет на самом деле задуматься о том, а работает ли он, и, разумеется, весь этот самп-мобайл Android лаунчер, который можно, типа, скачать в Google Play, он взят со слитой версии зона мобайла, как лично я понимаю, очень старой версии, потому что сейчас это уже, знаете ли, самп мобайл, который типа, вот вы смотрите на него и такие типа, о, самп мобайл, вот это да, вот он такой уже весь синий, весь такой прикольный, классный, а там такая старая версия Arizona Mobile RP Launcher, и типа ты сидишь за всем этим, смотришь за всем этим, наблюдаешь и понимаешь, что в самом деле вот оно происходит именно так. Ну, то есть, прикольно, забавно, непонятно даже в какой-то степени, может быть, однако вот все это присутствует, все это существует, и 500 000 человек скачали все это. Разумеется, возможно, есть какая-то накрутка, чтобы все это скачать, все это сделать. То есть, ну, как по 500 000 человек, столько людей даже про GTA Самп, наверное, не знает. Хотя на канал Долорензи подписано 600 тысяч человек, и в целом, если предположить, что все люди, как бы, вот, с канала Долорензи скачали это, и начали играть, и зашли, и там вот все прочие операции, махинации, и все это сделали, то, разумеется, типа, ну, все становится как-то более-менее понятно. Однако, по-другому, ну, я не знаю, что, зачем, для чего, для кого все это сделано, я не знаю. И, на самом деле, знать, если честно, не хочу, и это прям вообще, ну, что-то... Ну, вот прям ты смотришь на все это и такой, типа, лол, серьезно? Типа, это серьезно происходит? То есть, это серьезно у нас сам плаунчер? Типа, как, для чего, зачем? Вот, то есть, непонятно, возможно, человек такой, знаете, как это называется, меценат, возможно, он такой, знаете, Робин Гуд, забрал у богатых, отдал бедным, чтобы все могли играть на абсолютно любых серверах, которые им только нужны, правда, я не знаю, нормально ли там все работает, нормально ли там все оптимизировано, потому что некоторые серваки, они же могут быть не приспособлены к игре с телефона, и типа ты такой зайдешь, весь хороший, весь крутой, хочешь поиграть там на сам ДМ, на сам всех прочих вещах, а тут вот такого не получается. Почему, зачем, как, непонятно абсолютно точно, и типа, чё, для чего, зачем, нафига, то есть вообще непонятно. Однако, есть и прочие вещи, которые типа, ну вот так вот получаются, и ладно, ладно, если честно, то, ну, типа, хорошо, есть самп-лаунчер, есть, нам как бы с этого, ну, ни горячо, ни холодно, типа, ладно. Но сам факт, что 500 000 скачиваний уже на нем есть, это прям заставляет задуматься, это прям заставляет, типа, так, знаешь, ну, я прям не то есть, ну, это прям вообще, это какой-то ужас. Я не верю, что такое вообще в целом может у нас происходить и может вообще вот нечто подобное быть. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Дант Коннор, а также мой промокод No
NoToxic54, а также все прочие вещи они находятся в описании данного видеоролика. Вы можете туда зайти, там со всей этой информацией ознакомиться, познакомиться и в целом сказать, что да, вот оно есть вот так, оно есть вот так, и наперекосяк оно тоже может быть и есть, а может быть его и всего нету. Поэтому если вас все это интересует, заинтересовало и в целом все это круто для вас всех, то, разумеется, IP и прочие вещи, и промокоды, они находятся в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр и всем, разумеется, пока, до свидания и всего хорошего.